Каждый из нас, проживая на определенной территории, так или иначе формирует некую психологическую связь с этой территорией и конструирует образ данной территории. И этот образ территории у каждого индивидуален. Посмотрите, мы услышали Екатеринбург дорожный, мы услышали Екатеринбург молодежный, Екатеринбург стрит-арта, Екатеринбург в политическом дискурсе и так далее, и так далее. И нужно сказать, что вот эти конструкты, которые создает каждый из нас относительно территории проживания, они динамически меняются в зависимости от условий нашей жизни, в зависимости от возраста и в зависимости от тех возрастных задач, которые мы решаем. Получение образования в определенном возрасте. И это будет Екатеринбург образовательный. Создание семьи. И это будет тот Екатеринбург, где можно встретить свою вторую половинку, где можно потасоваться и встретить. Екатеринбург семейный, когда мы создаем свою семью, и наши задачи уже несколько меняются. И этот конструкт, с одной стороны, отражает конструкты, их много, отражает внутренний мир нашей личности. С другой стороны, они формируются под влиянием самых различных акторов. Средства массовой информации, политический дискурс. И мы даже сегодня услышали конструкт «умный академический». Вот под влиянием средств массовой информации в вашем образе города появился этот конструкт. Причем часть людей его присоединили в свой образ города, часть нет, потому что для тех, для кого это актуально, проживать в умном микрорайоне, вы это включили в свой образ региона. Какие показатели того, что та психологическая связь, которая сформирована с регионом проживания, является положительной? Да, я хочу здесь жить, это первое. Второе, я хочу быть социально активной, я хочу изменить то, что здесь. Я не уеду в другой город. А, кстати говоря, когда мы говорим «хочу уехать в другой город», мы сравниваем свой индивидуальный образ Екатеринбурга с тем индивидуальным образом Москвы. Она другая. Но для каждого из нас есть собственный конструкт Москвы. Нам кажется, что там больше театров, там больше возможностей для того, чтобы стать топ-менеджерами и так далее, и так далее.